На конкурс дети читают стихи для «Лабиринт.ру». Тихонов Дима, автор Татьяна Лаврова. «Пусть дети не знают войны». Войны я не видел, узнаю, как трудно народу пришлось, и голод, и холод, и ужас, и все испытать это довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны, пусть солнышко ярко светит, мы с дружной семьей быть должны.